Дружеский шарш, адресованный популярному французскому комику Луи де Фюнесу. У нашего микрофона знаменитый комиссар Жюф из фильма «Фантомас». Только о том, что я здесь, никому ни слова. Тихо! Я здесь. Мне сообщили, что через минуту 45 секунд в Москву прибывает Фантомас. Фантомас! Это значит, что через 2 минуты он будет здесь и испортит вам хорошее праздничное настроение. Но ему это вот туда с собой отвидали. Вот, потому что здесь я, комиссар Жюф, этим все сказано. У меня вот здесь созрел. Грандиозный план. С помощью этого плана мы оставим Фантомаса. Только тихо, никому. Даже ему. Как только Фантомас прибывает в Москву и выходит на перрон, приятный женский голос, это буду я, объявляет по радиобасам: гражданин Фантомасов, срочно зайдите в камеру хранения матери и ребенка. Я переодеваюсь в женщину и делаю вид, что кормлю грудью. На самом деле у меня здесь лежит не ребенок, а автомат. Все, конец, Фантомас, это победа, только тихо, это тайна. Я здесь у вас абсолютно инкогнито. Слушаю мои последние команды, глаза зажмурить, уши заткнуть, я незаметно исчезаю. Их бин на Курский вокзал. Фантомас!